Да, опущено. А другой конвейер вверх. Он поменьше. Это ну, он адаптирован. Он адаптирован, короче, под UT3, он меньше. Блин, ну да, поменьше будет. Да что ж такое-то? Хоть лагать. Смотри. Ух ты, какое вонючее говно. Бля. 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 Кто-то должен поймать в лицо. Да бля, я бля. Нет. О, я тут. У меня ВХ. Связи, у меня, хотите сказать, что это. Вот это понимаю, работа. Я вижу тень твою, когда ты бегаешь внизу. Ну, точнее, наверху, когда бегаешь, видно тень сверху, да. Ну, короче, посмотри, когда челик будет бегать на панели. Прям под ним. Ну, окей. Легальный ВХ, хуйся. Это ты? Знакомая карта, она была в этом 2004, что ли? А, 99 была даже. Да. Она не молодая. Только я помню, что она была так ебанута карты... огромная. Это карта из 99-го. Да. Здрасте. Откуда пролетает? Слушай, ну что, я вообще не помню, ну ладно. Подождите-ка. У меня 4 полки связи. Хотите сказать, что у меня стрим лагает, да? Воу! Коля-моли. А я тебя пожалуйста. Видел. Не любил эту карту. Дальше 99-ки. Ты на ней там даже умер. Случайно. Нажал на кнопочку и взял и умер. В чане с этим, с раскаленным металлом. Я не кнопочку нажал, это пизданулся жопой. Да. И не смог выбраться. Блять, видимо, эта же ситуация повторяется. Блять, сука, 11 хп. Готов! Тащи. Придурок. Как бог. Лошара. Как бог лошара. Ладно. О, кстати, интересная карта. Ты надо заебал, их потом побегать. Надо их потом все побегать, эти карты. Интересно выглядят. Говно из жопы. Жопа из говна. Дай шаль. Да ты живучий засранец. И я могу попутать. Что? Что? Сам все. Оно взорвалось? Оно. Нет, нет, блять, сопля взорвалась нахуй и нанесла мне урон. Она не да, должна была. Она через время взрывается. Нет, я, блять, далеко был. В смысле, реально далеко. Да мать твою за ногу. Да чего вы все сдохли, ну. Ни одного фрага, блять, а хп проебано. Не заслужил. Так тебе надо, бугага. Не заслужил, они взялись за Денайдис. Оба причем, блять, одновременно. Только я стреляю в него, чтобы убить все, вот типа он Денайдис. До свидания. Под сраку. Эй, блядь. О, блин. Я тут... Интересно. На этой карте где-то редимер лежит. Да, лежит. Ну, должен, по крайней ракетница. Мере. Если следовать оригиналу. Да мать моя лагучая. Без комментариев. Я сейчас всех разбужу, думаю. Ты чё ещё, блядь, за триксы такие были, блядь, ракеты себе под ноги. Рокет джамп называется, представь себе. Больше похоже на самовыпил, блядь. Ну что ж поделать. Иногда бывает. Самовыпил джамп. Я сейчас такой выпрыгиваю за угла, мне пизда сразу. Нет? Не, из-за другого угла. Ну хуй с тобой, я тебя успел забрать. Вот из этого угла. Вообще-то не успел. В смысле, а у меня-то просто испарился, что? Нет, нет он жив, я и он не унес квад. Ну вот я знаю, что он не унес квад, поэтому, блядь, как бы я и умер. Фу, это что за нахрен было сейчас? Ты просто спрыгнул у меня перед лицом спиной ко мне и такой, типа, а похуй вообще. У меня пролагнуло вообще в этот момент. Пизда мне.
Как это вышло? Я полетел и не мог затормозить никак. О, меня засчитали. А Дар еще взорвал соплю, которую ты кинул. Ах ты шлюха. Бля, мне пиздец. Я буду тебя поражать, честно. Ну ладно, пиздец. Карта, конечно, большевата. Признаю. Нахуй больше эту карту не ставь. Она нам норм. Мне норм. Да, блядь, дохуя мест всяких закуточков вот этих вот. И ты, блядь, бегаешь по ним, и, блядь, как заебался я уже бегать по ним. Попал. Блядь. Сука. Ну что это, блядь, долго. Где пиздюк берет, блядь, кого? Сюрприз! Да сюрприз хуясь, блядь, там была. Вот что самое. Но, вот если бы я попал, это был бы сюрприз, да. Если бы ты попал, я бы удивился. Блядь, сука. Я думал, я успею. Ты был настоящая гребаная мишень. Да, в пизду! Yes! Тебе достаточно урона пролетел, чтоб ты умер. Мне насрать. А еще у него щит. Ну да, блять, хули нет, когда да. Эй? Кишка. Эй? Залетай туда, нахуй. Залетаю. Я не тебе. Блять, залетел. Как ты так попал всю дробь прям красиво. Я решил взять упреждение на упреждение, потому что у меня пропингивает немного. У тебя хороший пинг, двадцатка. Ну, двадцатка пишет, но просто я как понимаю, когда я стреляю, у меня снаряд влетает через как будто секунду. Двадцатка. Я из-за этого очень часто умираю, потому что я из угла выхожу, стреляю, а я стреляю в стену на самом деле. Двадцатка понарошку. Слушай, ну чё, блять, это вообще. Спасибо, блядь, я это возьму. Камон, ты сидишь просто на жопе. Я вообще не сижу на жопе, я тут двигаюсь вообще. Да-да. По-моему, проще сидеть на жопе, блять, потому что как же долго бегать на этой Влад, карте. Влад, устроим операцию антикемпер. Какую? Я сам сижу да на центре, блять, и жду, пока кто-нибудь прибежит. Плохой Влад. Отъебись. Нет, ну, блять, сука, я же даже хилки подобрал. Нет, не подобрал. Ну вот это странно, блядь, что мне не дали жизнь. Нет, отстань. Нет, ты. Нет, ты. Так, вроде бы я себе сердце. А, в пизду, что? Ай, рикошеты, что ли? Не достал я этого гада. Там дохуя рикошета, да, было. Ну ладно. Мне не достал этого гада достаточно. Лёв, ты уже знаешь, где кот берется, да? Да. Я его взял уже. Алло. А. Может быть, ты его подобрал с кого-нибудь? Нет, я взял. Это кто, блять? Ну-ка, срывалась этого нахуй. Блять, ботинки! Почему они не работают? Может, ты их не взял? Вообще взял. Ну, у тебя нету ботинок. Ну вот это и хуйня полная. Приятно. Где этот пидор? Да я вас тоже ищу, придурки. Занятно, что ты отзываешься на это слово. Ты что ты сказал? Блять! Ебанутый. Тут я понимаю реакцию. Ну хоть урона нанес, наверное. Нет. Как нет, блять, у тебя ракета в ебале взорвалась. Нет. Ты. Нет. Я сказал, что будет операция антикемпер, блять. Я все это время сидел с двумя хп, Карл. С двумя. Вы не могли меня прибить, хотя я и падал, избирался, и падал, избирался. То есть ты был кемпер с двумя хп, я понял. Да, я кемпер с двумя хп.
двух хпшных кемпер. Мерзость какая, блядь. Да, блядь, я уже второй раз на это покупаюсь. Да, ты зашел мне на тот район. Ну что ж поделать. Дар не наступает. Даже в самых сложных ситуациях. А, сука. Что-то я забыл, что ты можешь перепрыгнуть опять. Как ты это сделал? Там же далеко лететь. А, там можно от стенки. Ах ты мразот, да, свой wall dodge. Пошел ты в жопу. Да сколько вас здесь, паразиты? Пошел в жопу, блин. Во-первых, можно от стенки, а во-вторых, можно использовать сапожки. Как тебе повезло, говнюк, а? В натуре кишка дара. Иди нахуй. Нет, ты. Я-то уже пошел, а ты иди нахуй. Нет. Нет, ты. До свидания, ибо нехуй. Да, я так и думал. Нихуя ты не думал. Даже я не думал, что так произойдет. О, блять, сука, везучая. Не, пизда. То чувство, когда попадаешь по Леве сквадом 8 раз, красный маркер отлетает, а типа нихуя. Да блин, еще и так. Вообще убить совсем. Охуеть, сделал минус 4. То есть ты, по идее, уже умирать должен был. Вообще да. Да я такой перешел в режим хайпер-агрессив. Я, пожалуй, так сделаю. Ну что ты не сделаешь, блять. Ой, не пиздец. Блять, что ж такое? Придурок! А, с броней все сдох! Это а опять ты... же, это ты... не в тот район, да. Только да, через ты... другой стороны. Ты не оценил, что у вас двое было на меня одного? 3, 2, 1 сдык. Ах ты шлюха. Хорошо получил. Нет. Понравилось? Маловато. Вот пройдет здесь через 3, 2 Блять, почти угадал. 0 Угадай это говно. Ну, я думал, ты просто собьешься в прицел и перестанешь. Ты не перестал. О, блять, вот это Владимир. Владислав. Владимир, ты вовремя. Мне каждый раз, когда стреляю в Леву, блять, у него такое чувство, будто этот, как это хуйня называется в доте. Нет, которая обратку врубает. Ну, брат. Я это возьму? Ну, я стреляю во льва, и это, и постоянно урон в себя, блять, получаю. У него стреляю, блять, было 140 хп, хоп, 110, блять, откуда? Хуй его знает. Стрелял в небо, блять, но почему-то себя задамажил. Хуй его знает таким образом. Ты меня прогнул, я тебя вообще не видел, опа. Так, какой-то уёбок там наверху. Ай, шаль. Я хоть попал? Нет. А один упал в ёбаное днище. Досадно. Днище. Ну да, типа, наверное, это можно сделать обычным доджем широким. Да в смысле можно, и спокойно это делается. Двойной прыжок и додж, и похуй. Ну, волдодж. Эй, блять! Я не делаю волдодж, иди нахуй. Я старый, я... Почему? Делаю, как делаю. Ух ты, блюдота! Понравилось? Как ты это почувствовал, что вот я именно там пройду? Не знаю, я подумал, ну ты говоришь там типа про доджи, доджи. Я такой, ну давай прыгну что ли, плюну туда. Прыгну, блядь. Плюнул. Ты там оказался. Я это возьму. Так спонтанно вышло, мне понравилось. Я думаю, тебе тоже. Я подберу, фигня вопрос, господа. А я не ебу, где эти штуки подбирают всякие. Я бегаю на похуй. Так ты меня убил, там кулак валялся. Правда? Да. Ну кот так вот. Как ты, блядота, блядь? Да где вы? Пуски давно. Мы тут. Сам кусок. Они куски мы цельные. Ай. Да, ты сегодня говняк. Уже нет. Как спалить кемпера? Такая же долгая карта. Иди нахуй! Вот так! Пошел сам!
шлюха. Сама такая. Мерзко пакостная. Как же, блядь, долго бегать на этой ёбаной карте. Блядь, ты выжил? Нихуя себе. Не попал. Барсук, блядь. Ты съебал уже. Ай, жаль. Такой хороший был выход. Блядь. Такая тупая охуенный хуйня. Охуенный спаун. Дара за жопой полетел нахуй от меня. Понимаю. Да где вы? Блядь, второй где? Где? Лёва, не спи, замёрзнешь. Не перди, постареешь. Говнюк. Вот это я понимаю мудрость. Да ни хрена, сейчас это что? А, ква. Блядь, не получить бы пункт. Я думаю, не так быстро. ДПС там квадом-то. Понимаю. Ну, тебе ж понравилось соплей. Блять, как не вовремя у меня кончились патроны на это говно. Сдохнет, тварь! Нет. Да блять, что-то отъебись от меня! Я сквозь лифт прошел. Я тебя. Да блин, одна от тебя отвернулся. Нахрена ты по мне стрелял, говнюк, а? Потому что могу. Сейчас бы его взял и завалил. Он просто стрелял в кучу людей, я просто бежал в этот момент возле тебя. И не мог нихуя сделать, потому что я, блядь, криворукое чмо. Surprise, motherfucker! Блядь, ты заебал! Ой, ты что? Это тупо было. Где ты, где ты? Чёрт! Пиздец, заебал, блядь, с этой хуйней, ёбаный в рот, какой же пидораса. Просто, блядь, слов не хватает, зла не хватает, какой же мудак. Облом, говнюк! Да. Как это тупо было. Это было реально тупо, пиздец. Облом, засранец! Блять, вот это было еще тупее сейчас. Я хоть попал? Нет, не попал я на. Где нахуй? Шаль. Нет, ты. Ты тоже. Нет, ты. Блин, почему я не сменился? Спасибо, Владик! Сбил его шарик соплёй! Владыка. Даже, блядь, не думай нахуй. Как ты жив еще? Надо что? Кинуться, не пожить-то, блядь. Умирай. Сколько? Сколько хп, блядь? 5 хпшек. Нет, ты... У меня влетает дробинка, я подбираю хпшку. Влетает еще одна дробинка, опять 5 хпшек. Влетает дробинка, опять 5 хпшек. А ты идешь. Нахуй. Слышь, как долго ты сила, а? Я думал, сразу будет ваншот. Не знаю, она просто не наносила урон. Просто не хотела. Хват, не наносит урона. Да. Интересно, как так? Блять, я застрял. Ты, наверное, успокоился. Дай, шаль. Не получилось. Надо смотреть не наверх, надо смотреть на последствия. Да, в натуре. Что? Смотри на свои последствия, говнюк. На, ты живучий. Ты косой. Сколько я тебя оставил? 53. Что сейчас было? Я сделал какой-то хитрый маневр и меня дернул. Что-то, блядь, я как-то сделал вот так вот. Смотрите, трикси от мастера Лёвы. Придурки. Два дебил, это сила. Зато не твои. Ещё пофигу мне. Не твои, вот ты бесишься. Да почему? Я же от нее должился, ВТФ. Я бы понял, но я не понял. Не понимаю. Лифты придадут тебе дар. Да спускайся ж ты, кусок говна, блин! Нет, что, тебя лифтом придавило? Нет. Он его не придавил. Это где? Это он придавил лифт. Ха-х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 а-
кстати, полезная идея, что если у тебя там ракеты, допустим, заряжаются, чтобы их там себе не всадить, то надо гранаты, чтобы они просто скачали на стен мирно. Ну, взять на вооружение. А что? Меня залагало все нахуй. А все отлагало. Пиздюк. Блядь, что сделал? Пиздюк с квадом и снайперкой. Хедшот. Красиво. Красиво. Убить кого-нибудь с квадом. Убить кого-нибудь с квадом. Себя. По-моему, ты меня убил в конце, но... Не, урона там... убил. Урон почему-то не хотел наносить. Грёбаный паршивый дискорд, а? Там 4 хп или 24.